Всем доброе утро. Сегодня воскресенье, 9 июля. День начинаем с завтрака. Желаю всем приятного аппетита и хорошего воскресного дня. Ребята, сегодня ничего не снимала. Нет для этого вдохновения и настроения. Торецк. Сегодня утром снова прилетела ракета на микрорайон между жилыми домами. Огромная воронка, и все жилые дома вокруг, а их там очень много, девятиэтажки, остались без окон, без рам. Повыворачивало рамы, снесло балконы у многих и даже поразрывало входные двери. Настолько была сильная ударная волна. Это геноцид людей. Никаких военных объектов там и рядом нет, и близко нет. Это тупо уничтожение мирного населения Торецка. Все, кто будет писать чушь в комментариях по поводу того, что там плацдармы, и так вам и надо, все будут заблокированы. Всем мирным жителям мирного неба сил, терпения. Я уверена, что скоро этот ужас закончится. По-другому быть не может. И все заживем нормальной жизнью. Мира тебе, Украина. Мира.